Здравствуйте, друзья! Мы с вами снова находимся в нашей школе юных инженеров. И сегодня вот наш юный инженер Кирилл привез с собой вот такой конструктор. Это китайский аналог Lego Article 9686. Вот, заказали они из Китая. Вот видите, Article 9686. Вот, и я попросил его привезти с собой, чтобы посмотреть, насколько качественные детали, насколько здесь... Ну, цена как бы соответствует качеству. Вот, и мы решили собрать прям вот одну первую модель из этого инструкции. Значит, что я для себя отметил, что здесь, во-первых, все модели в одной инструкции собраны. Вот в оригинальном Лего здесь разные модели на где-то на 9 инструкций разложено. Это, конечно, удобнее. Все-таки здесь не так хорошо понятно здесь, потому что шаги более детально. Шаги более детально разобраны. Вот. Но с другой стороны, если куда-то ехать с мастер-классом каким-то, не надо уже с собой кипу инструкций вести, а все будет в одной. Все будет находиться в одной. Насчет качества деталей скажу, что вполне они соответствуют цене. Цена вообще у них... Очень такая вот вкусная была по акции, его купили за 4500 рублей, когда оригинальный Лего вот такой вот стоит, сейчас я посмотрел, 21 000 рублей, да. Так вот, собрали мы модель, ну, здесь вот написано тумблер, я думаю, это какой-то переключатель. Что в ней интересного? Вот когда мы подошли к водружению, так сказать, вот этой вот части, отвесы на вот таком как бы коромысле, да, будем называть, я вот заметил, что здесь вот в этих двух кубиках нет отверстия, в которое можно, оно могло бы встать, да, ну-ка вот сюда вот ставь, Кирилл, вот здесь вот круглое отверстие, видно, что оно будет держаться, да, вот в крестообразное отверстие оно может быть, вот эта ось вставлена, а здесь вот как бы нет, на площадке думаю, ох ты, елки-палки, либо здесь какой-то дефект в инструкции, они ошиблись, либо что-то мы неправильно собрали. Ставь. Оказалось, что нет, все правильно. Здесь как раз демонстрирует такой закон физики, как момент импульса. Момент импульса, что даже несмотря на то, что на гладкой поверхности стоит вот на такой высокой ножке, она сохраняет равновесие. Вот она, да? Смотрите. Мы ее можем начать вращать. Видите, она... Абсолютно не закреплена жестко. Она вращается у нас. И даже мы ее, смотрите, будем раскачивать вертикальной. Вот я ее толкаю. И она сохраняет, как Ванька, встань-ка. Да? Вот вспомните, на Руси носили воду на чем? На коромысле, да? Здесь вот подвешивали два ведра. Подвешивали два ведра. И так было легче нести. Ну, они должны быть одинаковой длины, эти плечи. Ну, здесь у нас так и есть. Вот. Кирилл, смотри, возьми даже до определенного, вот под углом мы ее будем держать, видите, я вот ее наклоняю прям, она держится в другую сторону. Давай, Кирилл, аккуратненько наклоняй. Понятно, что есть определенный предел, ну наклоняй вот, раз он ось, да, вот видите. Вот он, ее практически. Понятно, что есть определенный предел устойчивости. Если уж мы прям под 90 градусов поднимем эту опору, она, конечно, с нее соскочит. Но вот видите, довольно угол, довольно высокий угол сейчас мы сделали. Вот, все, опускай, давай, ставь его в равновесие. И сейчас мы покажем, где же ее находится предел устойчивости. Давай еще раз закрутим, покажем, что вот она. Можно не боясь ее. Вот она на этой ножке танцует. Вот, шатается, да. Даже, смотрите, можно ее... Вот я вам покажу, что она не вставлена. Я ее прям сбрасываю. Давай вот так вот. Можно? Ну, прям, да, не вставлять, а сбрасывать. Вот видите? Кинул ее. Десантировал ее, и она стоит, она не падает. Вот она начала туда-сюда медленно вращаться. Вот я раз, раз. Вот, даже довольно высоко. Это уж я совсем мимо. Авария. Это уж я совсем мимо. Стоп-кадр. Да ну нет, сейчас мы быстренько вернем. Вот, смотрите, даже она может на ножке стоять вот на этом
возвышении, даже не в полости, и даже немножко крутится здесь. Так вот, теперь, Кирилл, давай аккуратненько снимай колесики. И один, и второй. Снимай, снимай, быстренько давай. Так, и второй снимай. Вот, и теперь ставь. Посмотрим, что произойдет. Будет ли она у нас сохранять равновесие. Пускай. Все, она у нас не держится. И уж тем более не вращаться она у нас не будет. Не держаться она не будет. Вот что значит это закон импульс. Убрали. Убрали вот это вот колеса с краев. И равновесие перестало держаться. Вот давай еще раз одевай быстренько. Вставляй. И второй вставляй. Кирилл, там красный это, да. Красный штифт, его надо придерживать с обратной стороны. Все. Вот у нас опять этот Ванька-встанька сохраняет устойчивость. Вот мы на ваших глазах ликвидировали его устойчивость и заново восстановили. И вот посмотрите, насколько без всяких подшипников, насколько вращение происходит, да, мягкое. Потому что нет практически силы трения, никакой нет. Вот. Так что поздравляю тебя с приобретением этого конструктора. Здесь есть несколько моделей, которых нету даже в моей инструкции. Вот всего здесь 24 модели, ну где-то вот половина 12 моделей, которых нет в моей инструкции. Все, продолжаем занятия. До новых встреч. Увлекайтесь наукой, физикой. До новых встреч.